The more we examine Hamlet, the more we realize it's about the most important thing, really, which is loss. Из всех пьес Шекспира «Гамлет» наименее балетная пьеса, потому что, как говорил Деклан, это пьеса о человеке, который не может действовать. Что самое главное в балете? Средство выразительности. И это, конечно же, эмоциональная составляющая. То, что нас трогает, заставляет плакать, смеяться, улыбаться. Самое сложное, наверное, убрать наработанные штампы, приемы какие-то, которые мы используем порой в балетных спектаклях, но это нормально. Максимально убрать это, абстрагироваться и постараться сделать что-то новое. Dennis was wonderful tonight, and the other two will be marvelous as well. I'm incredibly happy. The dancers are fantastic. I'm so grateful to everybody. Everybody is wonderful. Они превзошли мои ожидания на 200% точно. И актерские, и хореографические. То есть это просто шок, в хорошем смысле слова, да.